давайте подбирать уже скорее удобную обувь, Светлана. Конечно же, в нашей программе мы готовимся к осени, поэтому и заботимся о наших ножках. Если вы сейчас в поисках обуви, внимание, обратите внимание на наши полуботинки Британи. Эти полуботинки выбрала сегодня для себя Люба. И она выбирает сегодня для себя еще брюки Мадонна, стильное пончо, Элиана и, конечно же, полуботинки Британи. Эти полуботинки сегодня специально для вас. Ой, какие удобные. Знаете, даже внешне, посмотрите, какой удобный у них дизайн. Об этом мы сейчас поговорим. Мне нравится сочетание брюк Мадонна и наших полуботинок Британи. И еще, конечно же, мне нравится скидка 400 рублей. Еще вы посмотрите, цена меньше 4000 за натуральную кожу. Это натуральная кожа. Внимание, мы приглашаем вас познакомиться с ними поближе, словно сейчас вы держите их в руках. Вы знаете, какие они легкие. А сейчас внимание на качество. Внутри и внешне. Наши полуботинки изготовлены из натуральной кожи. Причем это нубук. Чем же отличается нубук от всех остальных? Прежде всего, высоким качеством. Это мягкая кожа. Если замша у нас все-таки пропитывает, впитывает себя влагу, то нубук этого не делает. И прямо сейчас мы докажем вам это в прямом эфире. Так. Посмотрите, как они гнутся, какие они мягкие и как ваши ножки будет комфортно. Если ваши ножки страдают от отечности, возможно, у вас шишечка на большом пальце, то эти ботинки созданы для вас. А возможно, у вас высокий подъем? Не беда. Вы видите наличие эластичной ленты, а значит, вы всегда можете в этих полуботиночках себя не только украсить, но и чувствовать комфортно. А вот эта эластичная лента, это очень важно. Потому что вы же все-таки обувь покупаете без примерки, поэтому вы должны быть уверены. Мы вам расскажем, эта обувь подойдет на широкую ногу. Посмотрите, на любой подъем, Светлана, и мне даже... Ну вот эта мягкость, ты знаешь, 3790 рублей, еще раз повторюсь, за натуральную кожу. Больше того, за натуральный нубук. А все знают, что нубук это более квалифицированная, более качественная кожа. Надюш, давай прямо сейчас покажем, ну что уже говорить. Итак, вы вышли в непогоду, и вдруг полил дождь. Смотрите, что происходит с вашими полуботинками. Надь, давай сейчас я брызну. Посмотрите, мои дорогие. Итак, пошел дождь. Он попадает на ваши полуботинки, но не впитывается. Посмотрите, эти капли воды остаются и не впитываются внутрь. А если вдруг вы запачкались, вы берете просто влажную салфетку и вот так вот аккуратно протираете. Все быстро высыхает и не остается следов. Посмотрите, Надя, потрогай. Они уже почти сухие. Послушайте, мои дорогие, вы любите замшу? За ее красоту отлично, но за замшей тяжело ухаживать. Выбирайте качественный нубук. Натуральный нубук, натуральная кожа в виде нубук. 3790 рублей – это цена премьеры. Ваша прямая экономия составит 400 рублей. И, по-моему, это вообще универсальные туфли, полуботинки. Это универсальные туфли, Надюш, ты совершенно права. Посмотрите, они и не низкие, и не высокие. И наша Люба выбирает сегодня их с брюками Мадонна. Обратите внимание, как правильно выбрать свой размер. У Любы 39 размер. Если у вас высокий подъем, если у вас ножки склонны к полноте, вы можете выбрать на размер больше. Например, носите 38, выберите 39, ведь наличие эластичной ленты внутри будет фиксировать эти полуботинки Британи на вашей ножке. Если у вас узкая ножка и высокий подъем, выбирайте размер в размер, потому что у нас есть эластичная лента, а значит, вам всегда будет комфортно. У вас возникли к нам вопросы? Что ж, не беда, звоните прямо в прямой эфир. Надя и Светлана всегда ответят на ваш звонок. Мы рады общаться, конечно же, с нашими телезрителями, рады делать тесты для нашей обуви. Давай-ка еще раз, давай пошел ливень, вот мне сейчас помогли. Вот это вот, да, посмотри. Или вы в лужу наступили, вот как быть, скажи, пожалуйста. Вот, вы ступили в лужу, а посмотрите, капли стекают. Вы видите сейчас, что эта вода, вот они стекают, и она не пропитывается внутрь. Потому что вы защищены. Это нубук. И внутри у вас натуральная кожа. Обратите внимание, мои дорогие, что выходя на улицу, я всегда рекомендую вам сделать специально обработку этих туфель. Например, либо черного цвета распылитель, либо от влаги. Можно влагоотталкивающий или не обязательно, потому что наш нубук не пропускает воду. Посмотрите, берем просто салфеточку, вытираем загрязнение. Светлана, отлично. Я боюсь, не останется времени. Мне очень нравится. Хочу сейчас вот поговорить с нашими
телезрителями о подошве. Внимание. О том, сколько денег мы тратим на то, чтобы подбивать безустанно каблуки, менять их. Вот здесь нужно ли тратить деньги на то, чтобы подбить их? Конечно нет. Давайте сейчас вместе посмотрим на зону пятки. Посмотрите, наша прорезиненная подошва, внимание, заходит вверх. Это то, о чем ты сейчас спросила. Угу. Никогда эта зона не будет не обиваться, и ее не нужно будет обрабатывать. А еще эта специальная подошва всегда защитит вас от скольжения, даже если вы попали вдруг под сильный ливень. Послушайте, даже ливень не является помехой для того, чтобы быть красивой. В наших полуботинках Британи готовый комплект Британи, брюки Мадонна и наши пончо встречайте на Любе, Элиана. А у нас звоночек. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня Наталья зовут. Очень приятно. Наташа. Откуда вы звоните, Наташ? Мы из Сызрани звоним. Ой, город Сызрань, привет. Наташенька, ваш вопрос, потому что наша программа, еще у нас очень много, что мы хотим вам рассказать. Мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, а вот на модели на вашей, на блондинке такое красивое пончо одето, вот... Она просто худенькая по сравнению со мной. Оно вот нормально будет на мне сидеть 54 размера? Так, я не расслышала, Наташ, какой у вас размер? У меня 54. Я вас сейчас удивлю. А вы знаете, какой размер у нашей Любы? 52. Вы почти выглядите одинаково. Вот видите, как это стильное пончо преобразует нашу модель и точно самое сделает с вашей фигурой. Наташа, если вы носите 54 размер, выбирайте это пончо, ведь у нас размер one size от 46 до 60. Не нужно ломать голову, какой размер. Просто заказывайте это пончо на нашем сайте. Наталья, ну раз уж вы дозвонились, тогда, наверное, стоит перевести вас уже сразу на операторов. Правда, один размер пончо мерить не нужно. Переводить вас? Да, конечно. А как оно правильно называется, чтобы меня оператор понял? Пончо Элиана, запомните. Спасибо вам за звоночек и отличную вам. Привет еще раз Сызранью. Вы уж точно Сызрань покорите этим стильным пончо. Ну что ж, Наташенька, спасибо вам за ваш звонок. Доброе утро вместе Шоп-н-Шоу. Ну а мы, конечно же, делимся с вами только самым модным, самым лучшим. И теперь у нас на очереди обувь комфортные полуботинки Британи. 3790 рублей. К ним вы можете добавить любой лот, например, пончо Элиана, и получить бесплатную доставку.